Вероника. Всем привет! Привет! Что у меня есть? Ух ты! Что это у тебя есть такое? Это коробочки, да, киндеры? Да! Вы на канале Верошка ТВ. Вот сегодня мы хотим открыть такие тут киндеры такие, в тубусе. Тут собачки такая. Да. Это называется... Тут собачка. Серия «Королевские животные». Я вижу, да. Ну, она вот, беленькая собачка пудель. И розовая кто? Кошечка. Смотри, вот у этой принцессы розовая кошечка. Пэлэс Пэтс называется. Я тоже такое чувство. Да. Хочешь, сейчас мы откроем и посмотрим. Это такие польские киндеры из этой серии. Здесь должно попасться нам два животных из этой серии и два каких-то там еще других животных. Веронь, можно и снизу открыть, а можно и сверху. Давай, ты хочешь с этой начать, с розовенькой? Да, и с розовенькой. Ну, туда неплохо будет выскакивать, я предлагаю отсюда. Ты-динь, 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 ты-динь. Подожди, давай одну, ту пока поставь. Смотри, сколько у нас работы здесь. Видишь, сколько работы. Давай. Тут, кстати, сзади, вот посмотрите, нарисованы, наверное, я думаю, это как раз вот эти вот фигурки, которые должны здесь попасться. Тут принцесски есть. Есть вот такие лошадка, собачка, кошечка. Это мама, кто не знал? Вот, это быстро. Белочка. Да, и вот какие-то штучки. Я думаю, это заколочки и как она? Колечко детское. Так, ну давай посмотрим. Присаживайся. На тебе, сюда можешь сложить свои вкусняшки. Да, открывать ты будешь сама? На, я тебе вот так открыла, а ты дальше. Посмотрим, что здесь. Так, вот она вам первая, пожалуйста, принцесса, да? Я думаю, это принцесса. А ну давай покажем, ее же надо собрать. Ты вкладыш сначала достать. Смотри, тут еще и платьечко какое-то или что это такое. Это платье. Давай с вкладыша начнем. Это... Вот смотри. Это такой. Вот такой вкладыш. Вот это она принцесса. Да, это платье, Вероника. Это сейчас мы оденем, будет платьечко. Видишь, вот ножки. Ножки. Это. На ножки надо одеть платьечко. Сейчас мы сообразим. На платьечко туловище. Ой, туловище. Оно выскакивает. Не так уж удобно. Сейчас попробуем. Так, а что это такое? А, это ее подставочка. 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 Она, наверное, тут стоит ножками. Мама, помоги мне. Сейчас. Да, тут тарасит. Ох, тут туфли эти. Попробуй встать еще. О, каблучками сюда. Вот. Не так-то просто. О, все, первая принцесса готова. Складывай сюда. Давай покажем. Смотрите, получается вот такая красивая принцесса в платьичке. Очень симпатичная. Так, первый киндер готов. Поехали второй. Так, значит, это у нас первая игрушка из серии. На, открывай. Я тебе вот так чуть-чуть, а ты дальше сама. О, это явно что-то, наверное, не из королевской семьи. Это какое-то чудо-юдо. Это какое-то устройство. Им надо брызгаться. Это брызгалка такая. Верунь, смотри, видишь, как космический корабль вот нарисован. Но явно тут, видишь, написано, нарисовано, что он брызгается. Поэтому ты сама решила собрать? Давай. Давай. Получилось у тебя? Вот. Давай покажем. Оно как-то... Вот, видишь, набираем водичку вот так. А потом пшик и брызгалка. Прикольно? Давай, вторая игрушка у нас будет брызгалочка. Давай мне вот эти бумажки сюда. Поехали дальше. Вероника, мастер по открыванию киндера. Давай, на скорость. Быстро, 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 быстро. Так, складывай вкусняшку. А я пока тебе открою... А вот это? Вот это на капсуле, вот это. Так, подожди, на, открыла, достала. А там еще мы не... Да, я эту сейчас открою. Давай. Опять. О, это уже похоже на каких, на какого-то королевского питомца.
Питомец. Питомец. Вкладыш будем посмотреть? Лисичка. Вот, это... Вот это кто это? Видите, это такой вкладыш. Это питомец со своим зеркальцем. Да. Такое, как белочка, что ли, или такая кошечка красивая. Так, вот который у нас питомец такой получился. Рыженький, очень красивый. И у него есть зеркальце свое, да? Видишь, какое? Маленькое зеркальце. На! Это получается, какой принцессы питомец? Вот это. Ну, непонятно. Ну, какой-то из этих принцесс питомец. Так, у нас остался еще из первой тубы вот такой. Ты же не открывала еще? Нет. На. Ой. Давай посмотрим, что там. Открыто, открыто, доставай. Вот у нас принцесса самая красивая. Высыпай. Так, давай посмотрим, что мы открыли здесь. Что это? Это бабочка, я вижу. А что еще к ней есть? Давай, тут на вкладыше обычно все пишут. Вероника, это же браслет. Смотри на вкладыше. Вот этот ободочек, это на ручку надевать. А сюда должна прикрепиться бабочка. Давай я тебе сделаю браслетик, и мы сейчас его оденем. Оп, все. Давай ручку. Давай. Давай. Вот так. А ну ближе ко мне. Ближе ко мне. Тут оно должно... Ой, ну что так плохо... Делается как-то не сразу. Опа! Смотри, какой у тебя браслет красивый. Покажи всем. Очень красивый браслет получился. Классный. Слушайте, классные какие киндеры эти польские оказываются. Мама, давай еще один. Давай. У нас вот еще, смотри, целая туба. Куча. Куча, да. Куча. Целая давай куча. Еще. Пап. А. Папа. Вот. Папа, дай мне еще один киндер. Так вот, я тебе достаю, смотри. Давай. Вот это да, вот скажи, это целая да куча киндера. Ну давай. Скоростная распаковка. Вероника, ты умеешь? Конечно. Конечно, я знаю, давай. Опа. Опа, давай мне сюда бумажечки. Давай. Опа! Опа! Давай! Что быстрее? Туда вкладывай вкусняшки. Опа! Давай. Отлично. Ой, интересно. О, смотри, точно такой же попался нам питомец. Два у нас теперь будут. Видишь, оранжевые такие. Белочки или кто это? На белок похоже. Смотри, а у них видишь, какие тут кристаллы на шапочке. Вот, они переливаются красиво. На, они будут в зеркальце смотреть. Да, любоваться на себя. Ну, давай, давай, второй. Раз это такой же, что на нем мы не будем останавливаться. Давай, 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 давай. Кто быстро умеет распаковывать? Молодец. Погнали. Открываем. Опа. Опа. Шоколад. Шоколад складываем. Открывай. На. Вот такой. Так, ну-ка. Что у нас? А, слушайте, принцесса следующая опять попалась. Это тоже классная. Да. Это не сейчас, подруга. Сейчас. Это не подруга. Подруга. Вот. Вот. Ну-ка, оденем ей юбочку сначала. Это не подруга. Вот. Подружка, да, конечно. Это ж они все подружки и друзья. Ой, какая юбочка. А ты уже, получается, эту с подставочки ту девочку сняла? Конечно. А давай подставочку, мы их сейчас обоих поставим. Ну, нет. Они будут рядышком стоять. Нет. Мне не всегда получается этот каблучок сюда. Он так как-то... засунуть. Видишь, какой каблучок. О, попался. Нет, не попался. Да ты посмотри. Что опа ж такое? Тихо. Есть. Ладно, сейчас поставим. Давай. Яйцо. Быстрее, пока ты будешь... А ты забыла убрать вот эти вкусняшки.
Боже. Что это? Боже, такое! Не знаю, это что это там? Давай сейчас разберемся с тобой. Ну, это кабан. Так, наконец-то поставила эту принцессу. Это комар, думаю. Кто? Комар. Комар, думаешь? Да. Ну, не знаю, должно... Что это лягушки? А вот что это тогда? Мы сейчас разберемся. Ой, слушай, Веруня, это опять украшение. Опять браслет, смотри. Из этих зеленых штучек делается браслет. А потом на браслет цепляется цветочек. Ты, слышь, ты дальше пошла уже? Да. Так он поубирай хотя бы сладости. Давай, ты пока открывай, я соберу браслет, ладно? Давай. Открывай. Я буду... Ой, что? Может быть? Ну, давай. Ой, такое. Убирай вот эти сладости туда. Убирай сладости. Так. Ты сама будешь открывать или тебе помощь нужна? Там, где еще где-то? Давай, помогу я. Не, не снимай пока. Мы на вторую ручку тебе браслетик повесим. А это пусть будет. Не хочешь? Так бы было бы у тебя на каждой ручке по браслетику. Что-то он у меня. Ну, доставай, что у нас там. Что это? Что за это такое? Это какое-то животное. Наверное, это опять питомец королевский, я так думаю. Руку даешь? Я тебе браслет одену, еще один. Давай ручку. Стой. Не распался еще. О, браслетик с цветочком. Покажи. Классный? А, еще один, да. Еще один? Ну, давай же мы соберем вот этого последнего чудика. Давай сначала мы посмотрим, что тут нарисовано. Кто это у нас? Вот какой. Кошечка Вероника. У него что-то там на животике должно крутиться. Видишь? Давай инструкцию. Как собирать. Давай. Это животик. Что-то тут с ним делается. А что мы сейчас посмотрим? А, его надо гладить по животику. Да, точно, класс. Давай покажем, какой у нас получился последняя какая фигурка. Это такой котенок. И у него тут на пузике, если гладишь пузика, крутится голова. Класс? Смотри, какой красивый. Веронь, видела, какой котеночек классный? У него крутится голова, если гладить пузика. Так, давай покажем всех. Мы уже все открыли. Вот у нас получилась такая прекрасная коллекция. Две принцессы. Два очень красивых браслета на ручку. Вот такая брызгалочка. Брызгаться можно в ванной. Котик, у которого сладится пузико. И две вот таких вот оранжевых белочки. Каждое свое зеркальце. Веронь, тебе понравилось? Только киндеров. Очень классные киндеры. Королевские питомцы. Так, все, собираем теперь вот это все. Говорим всем пока-пока. А что у тебя там упало? Да. Ты туда, наверное, котенка кинула? Да. Давай. А, ну складывай. Вероника теперь будет в эти тубусы складывать все добытые игрушки, да? Складывай, солнце. Говори всем пока-пока. Всем пока. И что надо еще сделать? Пока-пока. Воздушный. Молодец.